Всем привет! Вы на канале Заработать с Инста Сергей. Если вы еще не знакомы с моим каналом, здесь я рассказываю о заработке в интернете, об удаленной работе. В основном без вложений это все делается. И сегодня я хочу поднять тему, опять же, связанную с работой и заработком в интернете. В связи со сложившейся ситуацией в нашей стране, да и во всем мире, эта тема будет сейчас актуальна. И не неделю, две, и не месяц. Как по прогнозам, это полгода и выше. Этот кризис нас застанет надолго. Поэтому эта тема очень будет важна для всех. Так, ну что, затягивать не буду и сразу пойду на этот сайт, где вы будете учиться зарабатывать, да и не только зарабатывать, но и можете здесь найти постоянную работу. Смотрите. Workl. Этот сайт называется Workl. Кто не знаком, смотрите это видео до конца. Я имею в виду, кто не знаком с этим сайтом и впервые видит его. Ну а кто уже сталкивался с ним, я просто хочу напомнить, что он есть и он может вам помочь зарабатывать денежку. И смотрите, ну, естественно, вы, конечно же, зарегистрируетесь здесь. Я вам не буду об этом рассказывать, вы сами разберетесь. В общих чертах, что здесь может делать. Для начала расскажу, если вы хотите найти постоянную здесь работу, зарегистрируясь, да, это для вас будет. Вот так, заходим, подбор персонала. Так, подрузилось, и смотрите, вы здесь, ну, если хотите водителем, да, ну, сейчас у нас актуальная вообще профессия, это курьер, потому что сейчас все рестораны, кафешки, ну, и вообще там развлекательные центры, они остановлены на карантине. И они, чтобы вообще не обанкротиться, доставляют еду на дом. И вот курьер, вот Яндекс.Еда, вот это актуальная тема. Если вы хотите заработать, устроиться именно официально к ним, заходите сюда и жмете «Оформить заявку». Я ее оформлять, конечно, не буду. Так, потому что у меня есть работа. Так. Ну а вы оформляете здесь свои данные, пишите номер телефона и оформляете заявку. Вам потом перезвонят, договоритесь о встрече. Так, с представителем договоритесь о встрече и все, и приходите на работу. Здесь вот, смотрите, написано города, какие, ну тут множество здесь, да. Так, и смотрите, внимание, 25 марта. В найм в Москве закрыт в связи с карантином. Вот это, конечно, плохо, но после карантина Москва тоже заработает. Так что смотрите. Хочете поработать, подзаработать курьером? Вперед! Я думаю, вас примут в обязательном порядке. Так, ну это я объяснил для тех, кто ищет работу. А теперь я хочу рассказать, кто хочет удаленно работать, объяснить, как здесь вы можете работать. Допустим, вот такси, да, водитель City Mobil. Вы заходите сюда и смотрите. Если, так, вот City Mobil — это современный сервис такси. Получите вознаграждение 1000 рублей за первую выполненную поездку вашего водителя. Это объясню сейчас, как это надо все делать. Вот она, прямая ссылка есть, да, ихняя. Вы уже зарегистрированы здесь. Берете эту ссылку, копируете и размещаете ее везде, где можно. В социальных сетях, если YouTube свой есть, на YouTube эту ссылочку размещаете, там где-то в форумах по работе походите, поразмещайте. Ну, найдете способы. И человек, который перейдет по этой ссылке и оформляет заявку водителем, приходит на работу, начинает работать, а вам этот сайт платит 1000 рублей за этого человека. Я думаю, смысл понятен. И думаю, сейчас у каждого время очень много найдется на то, чтобы заняться этим делом. На карантине все равно сидим, да, и целыми днями дома там не выходим, потому что сами понимаем, что это не очень безопасно. Поэтому пробуйте. Я думаю, у каждого это получится. Подзаработать какие-то деньги. Да, и может быть, в конечном итоге и сами устроитесь на работу. Ну, как бы я вас ознакомил с этим сайтом, как, что здесь можно зарабатывать, вы уже поняли. Огромная просьба поставить лайк,
Подписывайтесь обязательно на мой канал. Ну а я буду заканчивать. Все, всем пока-пока.